Всем привет, с вами Артём Бёрдман и канал Язык кино. В этом ролике я расскажу о 5 главных стадиях кинопроизводства в Голливуде. Да, думаю, многие из вас точно знают 3 этапа, это pre-production, production и post-production, но на самом деле их больше. Ну а чтобы узнать про эти 2 неизвестные стадии и про много чего еще интересного, обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте этому видео лайк и обязательно напишите свой комментарий в поддержку. А теперь давайте я перечислю все этапы создания кино и подробнее расскажу про каждый из них. Этот ролик основан на учебном документе Нью-Йоркской киноакадемии и, по сути, является учебным пособием по кинопроизводству одной из лучших киношкол мира. В Голливуде выделяют, как я уже сказал, 5 этапов создания кино. Это разработка, препродакшн, продакшн, постпродакшн и дистрибьюция. Давайте как раз начнем с разработки. Вообще есть ощущение, что многие определяют эту стадию в препродакшн, что не совсем верно. Разработка — это отдельный самостоятельный этап кинопроизводства. Эта стадия представляет собой творческий этап работы и зарождения идеи фильма. Обычно разработка начинается с начала написания сценария или идеи продюсера о создании фильма. Этот этап чаще всего самый длинный и может включать в себя месяцы и даже годы до того момента, как киностудия или же какое-то независимое финансирование смогут дать проекту зеленый свет. На этом этапе составляют предварительный бюджет фильма, выбирают актеров на главные роли и основных членов съемочной группы. Происходит скаутинг основных локаций, ну и, конечно же, есть несколько драфтовых версий сценария. Все это основа для того, чтобы показать, что из себя представляет сам фильм и сколько он будет стоить. Следующий этап, я думаю, всем вам более знакомый, и он самый важный. Это препродакшн. Эта стадия может длиться от нескольких недель до месяцев с момента одобрения проекта и начала производства. Этот этап является самым важным, ибо закладывает фундамент создания фильма как с творческой, так и с организационной точек зрения. На стадии препродакшена важно выполнить несколько действий в конкретной прямой последовательности. Для начала создается юридическое лицо и открывается производственный офис. Да, этот пункт скорее для более крупного продакшена, а не для какого-то студенческого короткометражного фильма, но он необходим для того, чтобы нанимать официально людей на работу и обезопасить все свои активы. Далее нужно заняться подготовкой предварительного бюджета и графика съемок, для чего привлекают к работе линейного продюсера. Следующим действием будет утверждение руководителей всех отделов производства. Это режиссер, если до этого этапа он еще не появился, оператор-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам, кастинг-директор, звукорежиссер, режиссер монтажа и так далее. После этого начинается творческое планирование. Это уже работа над драматургией фильма, киноязыком, созданием раскадровок, но в первую очередь это понимание руководителей отдела, видение режиссера относительно кинокартины. Это формирует у департаментов производства понимание, что нужно для того, чтобы реализовать идеи режиссера. Далее идет уточнение бюджета и графика съемок. Располагая новой информацией от руководителей отделов, линейный продюсер теперь лучше понимает реальный бюджет и график съемок. Это один из самых сложных моментов создания кино, ибо часто бывает, что у глав отдела и режиссера запросы могут быть выше, чем может предложить бюджет. Поэтому важно на этом этапе найти определенный баланс. Теперь стоит заняться арендой оборудования, реквизита, локаций и других материалов, необходимых для создания кино. Когда бюджет окончательно определен, уже можно понять, какое оборудование, материалы и инструменты может позволить себе команда, исходя из доступных средств. После этого начинается процесс дополнительного найма съемочной группы для пополнения всех отделов нужными специалистами, а также начинается прослушивание актеров у кастинг-директора. Ну и финальный штрих препродакшена — это репетиции и финальная подготовка к съемкам. На этом этапе команда занята последними приготовлениями, а режиссер репетирует с актерами. Линейный продюсер, координаторы производства и ассистенты режиссера уточняют окончательный производственный план. Бюджет и график уточняют и фиксируют. На этом же этапе начинается формирование вызывных листов, которые являются ключевым документом препродакшена. Теперь переходим непосредственно к продакшену, то есть к самим съемкам. Это тот самый момент, когда начинается то, к чему готовилась вся команда.
Это момент, когда все творческие идеи начинают превращаться в жизнь. Хотя чаще всего, в той или иной мере, на этом этапе они перетерпевают значительные изменения. Ну, иногда и незначительные. Почти всегда процесс съемок вносит свои коррективы в изначальные планы, к чему всегда надо уметь быть готовым и пытаться искать возможности по выходу из затруднительных ситуаций, несмотря на невозможность сделать запланированное. Хоть этот этап самый дорогостоящий, он является чаще всего самым коротким в кинопроизводстве. При этом продакшн — это самое напряженное время для всей съемочной группы, в чем, пожалуй, его главная трудность. Следующий этап кинопроизводства — это постпродакшн. Но на самом деле пост начинается уже во время продакшена, ибо, как правило, режиссер монтажа уже начинает работу параллельно со съемками. Это позволяет режиссеру сразу увидеть отснятый материал, смонтированный вместе, чтобы понять, как складывается работа над кинокартиной. По голливудскому стандарту считается, что первая черновая монтажная сборка фильма должна быть готова через неделю после окончания съемок. Конечно, это совсем не правило, и многое зависит от объема производства и от количества помощников режиссера монтажа. Например, Кирк Бакстер, который монтирует фильмы Финчера, обычно отстает от съемочного графика на 3 дня, ибо, как вы, наверное, знаете, Дэвид снимает очень много дублей, да и с большого количества камер, что создает кучу материала. Поэтому Кирк не может отправлять так называемый дейлис каждый день. Дейлис — это грубые черновые сборки, которые Риджмонт отправляет режиссеру каждый день в период продакшена. После окончания монтажа начинается работа со звуком и музыкой, а также с цветокоррекцией, визуальными эффектами и графическим дизайном. Конечным результатом постпродакшена является готовый фильм, который теперь переходит в следующий этап — дистрибьюцию. Эту стадию производства также знают далеко не все. На этом этапе происходит работа по маркетингу и продвижению фильма, как на фестивалях или же в прокате. В зависимости от сделки, фильм может быть выпущен в кинотеатрах, на цифровых носителях или же на стриминговых сервисах. Вообще, без грамотной стратегии дистрибьюции остальные 4 этапа, по сути, не имеют никакого смысла, по крайней мере, с точки зрения бизнеса. Хотя эта стадия является последней в кинопроизводстве, ее стратегия определяется еще на этапе разработки. Если стратегия будет неудачной, то фильм просто никто не увидит, и стоимость проекта никак не покроется, что может даже стоить карьеры режиссера и продюсера. Более подробно об этапах кинопроизводства можно узнать из документа, на котором основан этот ролик. Он переведен мной на русский язык, и его можно скачать на моем канале Boosty по ссылке в описании и по подсказке. Также на моем канале Boosty есть очень интересная книга под названием «Профессия продюсера», которая более детально рассказывает о каждой стадии создания кино. Надеюсь, этот ролик поможет вам лучше понимать процесс кинопроизводства и поможет вам изначально грамотно его выстроить, чтобы получить хороший результат. Всем вам спасибо за просмотр и желаю вам удачных съемок кино.